10 февраля перед отъездом в отпуск я посеяла кустовую петунию. Она стояла на стеллаже без дополнительного освещения. На четвертый день, когда начали появляться первые всходы, включили свет на 24 часа. На сегодняшний день ей 8 дней. Молодые всходы окучиваю зубочисткой или иголкой. Кормлю петунию не чаще, чем один раз в неделю, поэтому вчера ей было 7 дней, и я ее подкормила свеженаведенным раствором компотика. Ссылки на рецепт компотика и сроки его хранения вы сможете найти под этим видео в телеграм-канале. До этого петуния у меня стояла в тепличке, накрытая пакетом и крышкой. На сегодняшний день большинство петуний уже зашло, поэтому пакет я убираю, а крышку еще оставляю на несколько дней. Каждый день петунию я проветриваю и опрыскиваю водой, не поливаю. Грунт в кассете остается влажным из-за того, что он стоит на влажном вермикулите.